Праздничная линейка и напутственные слова. В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий стартовал новый учебный год. В актовом зале нет свободных мест. В 2024-м план набора перевыполнен на 20% по всем формам обучения. Но студентам точно будет где развернуться. Здесь завершился ремонт. Одно из новшеств – галерея ректоров. Это место позволяет узнать историю развития учреждения. Помимо того, что мы даем знания студентам, мы еще создаем некие локации для того, чтобы студенты могли реализовывать себя в так называемой студенческой среде. Поэтому им необходимы комфортные условия, начиная с занятий спортом, творчеством, формированием своего общения в студенческой среде. На входе большой жидкокристаллический экран. Здесь выводится вся необходимая информация как для студентов, так и для преподавателей. Также обновлено фойе. Теперь тут царит минимализм. Еще одна особенность – фонтан. В этом году его удалось модернизировать. Но и на этом еще не все. В этом году мы обновили наш спортивный зал, где студенты имеют возможность в течение всего дня до самого позднего вечера заниматься различными видами спорта. Мы идем по пути обновления аудитории. Это уход просто от формирования парты, стульчики. Да, мы уходим к созданию аудитории, в которых можно проводить формат игровой, проектной работы. И могу еще привести такой пример, как наша столовая. Из места для приема пищи на сегодняшний день это преобразовано в такое уютное кафе, где студенты могут не только покушать вкусно, но и провести время со своими друзьями, выпить чашечку кофе и поработать на ноутбуке. На территории разнообразные посадки. Это способ не только облагородить ландшафт, но и внести свой вклад в экологию города. Наш институт постоянно растет и развивается. Мы действительно очень много усилий вкладываем для создания благоприятных и комфортных условий для наших дорогих обучающихся, уважаемых коллег, преподавателей. И это касается не только образовательной деятельности, но и досуга. Так мы на протяжении нескольких лет занимаемся активным благоустройством и озеленением не только нашей территории института, но и прилегающих. Так, например, за летний период мы благоустроили спортивные и детские площадки придомовых территорий и не планируем на этом останавливаться. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий стал не просто местом для обучения, а настоящим сообществом, где каждый студент может развиваться творчески и социально.